Кэтлин Карп. Любимый аромат. Шанель. У вас есть гель для душа? Шанель? Нет. Это Шанель. Топ. Топ, видишь? Какой? Какой хорошо? А? Это? Самую красивую выбрал. Красиво? Да. Это красиво? Худая, да? Таких любишь? Да, думаю. Ну это как? Ты еще праздник? Когда клетает 5-6? Какой? Сам смотри. Давай. Сондаж, право-лево. Право-лево, право-лево. Фан-фа. А, голосование пойдем. Сделаем. Лево-право, лево-право. Левый право. Какой? Левый право. Скучали, честно. А? Как вы? Один у нас. Как ты можешь прокомментировать? Борисов спасатель. Раньше Толгатыч был. Теперь Борисов спасатель. Меня зовут Григорий, я выражаю благодарность медицинскому штабу футбольного клуба Уфа. За то, что оказались рядом? Да, за то, что оказались рядом, когда мне стало очень плохо. Спасибо большое. А из-за чего тебе плохо стало? Я не понял. Ну, меня, извините, зовут. Понял. Ну, спасибо вам огромное. Музыка. Не ты. Другой. Упал мячик. Даня! Уже ближе к вечеру мы добрались до Айя-Напы, до родного, можно сказать, отеля «Айенас». Те, кто смотрел наши дневники выездов прошлых лет, узнают, наверное, вот эту окружающую обстановку. Это поле. Из новостей вы уже, наверное, знаете, что мы по сложившейся традиции успели спасти пассажира на борту самолета. И сейчас попросим нашего доктора команды, чтобы он рассказал, как так получается, что где оказывается доктор Уфы, постоянно кому-то плохо становится. Это карма какая-то? Или доктор оказывается там, где нужно? Конечно, я оказываюсь там, где нужно. Но откуда мог Ильшат Талгат сегодня знать, я что же не, я же не пассажиру самолет станет плохо? Откуда? Я же не притягиваю. Именно выбрал ведь этот рейс. Я же не притягиваю к себе несчастные случаи. Нет, ну совпадение. По теории вероятности, но это просто невозможно. То есть каждые полгода спасение в самолете. Ну, вот такое вот совпадение. Николай Афанасьевич проводит разминку и говорит, максимально парни не надо, разминаемся пока. Да, пошел. Только пятки. Зеля. Хорош, Витя. Ну уходи от меня, Танек. Давай, Витя. Вот ты уходишь. Ай, хорошо мастерство, когда есть. Оно даже после отпуска выходишь. Ты в порядке. Если кому надо, могут кроссовки одеть. У нас три круга пробежки. Плавный бег. Брат, мы ходили. Я два раза снимал, два раза был. Заснял это? Футбол снимали? Да. Ты тоже заметил, да? А футбол снимали? Я смотрел, там уже... Там тебе... Победа? Нет, тебе там уже Пуц говорил, давай я тогда, может, за тебя зайти. Я помню эту историю. А Пуц тут говорит? Нет, ну ладно, ему простите, он уже пропустил, там пусть травм. Видно, что набирает. Сейчас? Это, грубо говоря, я могу, да? После отпуска прийти, я как будто и не уходил. Ну, на опыте, на опыте. Ну, конечно, да. А вот ему еще надо набрать. Итак, завершается первый трудовой день вверх.